сейчас находимся в мужском зале салона красоты «Набережный». Здесь работают мастера высокого класса, первого класса и модельеры. Мне хотелось бы сказать о некоторых мастерах нашего салона. Вот работает Екатерина Никаноровна Бурко. Это наш старейший мастер. Золотые руки. Она своим мастерством создает хорошее настроение нашим посетителям. Теперь мне бы хотелось пройти в дамский зал. В дамском зале работают мастера тоже первого класса и модельеры. Наш коллектив борется за звание коллектива высокой культуры обслуживания. Чтобы воспитывать красоту каждому посетителю, мы обязаны повышать свою квалификацию. Для этого у нас проводятся ежегодно областные конкурсы и республиканские, на которые посылаются лучшие мастера города и на которых выявляются и показывают лучшие прически. Каждому клиенту мы стараемся посоветовать, какая ему будет идти прическа. То есть не следовать традициям, не следовать моде, слепо моде, а именно советовать, какая та или иная стрижка или укладка ему подойдет к лицу. Дорогие харьковчане и гости города, посетите наш салон. Вы всегда уйдете от нас с хорошим настроением.